Виталий, мой постоянный слушатель и зритель, добрый день. Сейчас будем начинать скоро. Здравствуйте, всем привет, друзья. Всем привет, давайте поздороваемся друг с дружкой. Сейчас музыкальная пауза у нас немножечко продлится. О, я рад, рад вас всех видеть. Сегодня как-то так живенько начало происходит. Мне это нравится. Может быть, тема заинтриговала. Давайте сразу такой маленький соцопрос. Отметьте как-нибудь или напишите буквально одну строчку, принимаете ли вы алкоголь хотя бы иногда. Давайте я буду честным. Скажу вам это первый, чтобы у вас не было никаких барьеров. Я алкоголь не принимаю. Совсем. Вообще. Но с оговорочкой. Как бы не вообще и не совсем. То есть просто так. И даже в компании, и даже на празднике я алкоголь не принимаю. Вообще. Но иногда бывает. В каких случаях это происходит? Когда это бывает? В двух. Во-первых, если это уникальный какой-то сорт алкоголя, там друг привез откуда-нибудь там эксклюзивное какое-нибудь вино, которое там стоит, не знаю, за бутылку несколько тысяч евро, ну, я просто обязан, если мне предлагают такое вино попробовать. Ну, интересно же. Вот. Хотя, конечно, кто-то скажет, что это все равно, что метать бисер перед этими свиньями, и я в этом ничего не пойму, скажу вам, вы ошибаетесь, потому что раньше когда-то я алкоголь там не принимал, в вине неплохо разбирался, поэтому я могу оценить, какое вино хорошее, какое плохое, это уж точно. Второй момент, когда это бывает, это тогда, когда я бываю где-то за границей или даже в России где-то, в каком-то месте, где какой-то конкретный вид или сорт алкоголя является неотъемлемой, аутентичной частью национальной кухни. Вот. Или культуры. Вот тогда это можно попробовать для того, чтобы оценить определенный колорит. А так, алкоголь я не пью вообще. Никакой. Никогда. Уже долгие-долгие годы. А теперь я начну объяснять, почему. Я никого агитировать за советскую власть не собираюсь. Считаю, что если кто-то алкоголь принимает, особенно не является, скажем так, при этом алкоголиком, хотя это мы сейчас обсудим, то это как бы нормально. Но вот я сейчас оговорился сам не сразу. Кто-то принимает алкоголь и не является алкоголиком. Абсолютное большинство людей, которые довольно регулярно принимают алкоголь, алкоголиками себя не считают, потому что они считают, что алкоголик – это некий типаж, который такой прямо страшно выглядящий, ханыга, ищущий на похмелку и так далее. Да, но понимаете, дело в том, что алкоголизм бывает разный и степени выраженности, и разных стадий. Вот что важно. И поэтому вполне себе человек, который считает, что он обладает некой культурой питья, выпивает немного, знает меру, но делает это регулярно, это алкоголик. У него есть алкоголизм, только в невыраженной такой стадии, неяркий такой.
Если человек выпивает регулярно, системно, хотя бы в неделю, хотя бы один раз, даже по чуть-чуть, это уже алкоголизм. Начальная стадия – алкоголизм. Если человек регулярно выпивает пивандрик через день, а то и каждый день, бутылочку, а то и две, или только хороший винишко, или только рюмочку перед едой, или только в компании, но компания собирается каждую неделю, а там где-то и полбутылочки, бутылочка. Это уже, ребят, это самый настоящий алкоголизм. Алкоголизм. Только в начальных стадиях. Кстати, она может и не перейти в более выраженную стадию. Такое бывает. Вот. Но алкоголизм есть алкоголизм. Есть ли от алкоголизма польза? Никакой. Есть ли от алкоголя польза? В какой-то степени в чем-то она бывает. Но не системная. Когда пишут там, что алкоголь, а в малых дозах без вреда любых количествах, ну это я шучу так, то алкоголь, например, там красное вино, способствует улучшению кроветворения, там, или какой-нибудь другой напиток то-то, или все-то, мне вспоминается значит, это миниатюра фитиля с Леоновым. Он сидит и лежит в больнице и рассуждает, как разные заболевания лечатся алкоголем, там разным. Против там простуды одно, против почек другое, третье, где-то коктейль там. Ну, это, в общем, это надо посмотреть, это поржать. И тогда абсолютно непонятным становится маразм этого всего, да? То есть, когда говорят о пользе. Нет, пользы в пролонгированной какой-то теме нет. В краткосрочном каком-то периоде от разового приема там алкоголь может быть психологическая какая-то разгрузка, это раз. Налаживание какой-то коммуникации, предположим, при знакомстве парня с девушкой, там бокал шампанского, там тоже понятно. Какая-то коммуникация на празднике, когда компания совершенно новая, да? Какое-то изменение восприятия при контакте с прекрасным, например, при прослушивании хорошей музыки, немножко, но это разово. От системного приема алкоголя пользы точно никакой нет. Да и здесь, понимаете, если вам нужны вот эти допинги для того, чтобы как-то прокоммуницировать с девушкой, для того, чтобы лучше понять симфонию или посмотреть какой-то балет или какую-то картину, то есть, чтобы фильм, чтобы, ну, растрогаться. Понимаете, это плачете не вы, не вам это нравится. Это плачет, как говорится, вино. Ерунда. Привет-привет всем, кто самоги присоединяется. Так вот, мы сейчас потихоньку перейдем к теме боевых искусств. Это, подождите, не торопитесь. Это специальная прелюдия такая. Она это важная. Вот, так вот, если нужны вот эти, типа, допинги для того, чтобы перейти в определенные эти состояния, он говорит о том, что человек сам не способен к этому. Ну, значит, он слаб, однозначно. Но бывает иногда. Вот. Когда говорят про средства народной медицины, сделанные на спирте, хрен со спиртом, редька со спиртом, все, ребят, все полная ерунда, абсолютно. То, что бывают аптечники, препараты, настоянные на спирте, так это только потому, что активно действующие вещества, настоящих лекарственные, там, которые должны быть, они просто хорошо спирт растворимы. Они и не только в этилом со спиртом растворяются, но просто это довольно просто сделать, чтобы растворить в этиловом спирте. И то, он принимается в минимальных дозировках. Это не как тот же боярышник, который там пузырьками глушит. Сам целыми, да? Нам все это каплями меряется или чайными ложечками. И спирт, я говорю, присутствует там только потому, чтобы растворить настоящее лекарственное вещество, чтобы его оттуда вытянуть, потому что оно находится в очень малых дозировках. Когда же человек пьет спирт с редькой, медом там, с чесноком, хреном, понимаете? Абсолютно непонятно, на кой хрен там спирт, когда можно точно так же самки сожрать легко. Этот хрен, эту редьку, этот мед, без спирта вообще. Спирт не выступает никаким ни катализатором, ничего абсолютно, ни на что это не влияет абсолютно. Кто-то скажет, на всадку мы с Набульгина быстро. Ну да, спирт всасывается более быстро, да. Ну замечательно. И то,
не факт, что повлияет на всасывание тех веществ с вами больше, которые нужно. Ну ладно. А теперь давайте к измененному состоянию. Что такое боевые искусства? Боевые искусства не в плане одних только единоборств, когда мы говорим только о мордобое, а вообще о системе воспитания духа. Это система воспитания, в том числе и такого понятия, как заншин. Заншин – это ситуация постоянной готовности. Это не значит состояние постоянного напряжения. Это состояние постоянной готовности к эффективному действию. Ну и, как вы считаете, в измененном состоянии под алкоголем человек также хорошо готов эффективно действовать, как без алкоголя? Ну, это риторический вопрос. На самом деле совершенно понятно, что нет, однозначно. Скажу вам честно, на собственном опыте, убедился неоднократно. Когда-то я был фанатом компьютерных игр, симуляторов гонок различных. То есть у меня был офигенный руль с обратной связью, педали, там все такое прям навороченное, все прямо. Если в игре по гравийной дороге едешь, то руль трясется, там отдача, все там. Класс. Симуляторы чумовые покупал, где все прямо это прописывается. И настройки можно сделать, там, и инерции, подвеску настройки у машины. То есть сам симуляторы, которые создавались при участии гонщиков ралли или картинга, или кольцевых гонок. Поэтому там все работает так, как вот прямо от и до. Ну, это похоже как очень. Да, себя ведет и машина. И руль, соответственно. Вот. Я хочу сказать вам, что иногда сядешь так играть, а я тогда еще пивком это баловался, и начинаешь играть. Играешь, все нормально, замечательно, потихоньку пьешь пиво. После бутылки пива ошибки, а там же самые скорости в ралли особенно, просто сумасшедшие, перемена ситуации. Там ошибка или формула 1. Она нас... Она сильно сказывает колоссально. Что сразу попадаешь в аварию. Кто-то говорит, да я там бутылочка там алкоголя, ничего страшного, понимаете, когда вы едете по городу на автопилоте, ну, в своей